библиотеки для детей, да, и прежде и юношества имени Александра Сергеевича Пушкина. Так, дорогие друзья, мы награждаем младшую возрастную группу, участников конкурса поэзии «Серебряные струны». За третье место награждается Маркелова Ксения. Также за третье место награждается Александра Абрамова. За второе место Маша Капустина. Вероника Суворова. За первое место у нас также два человека получили первое место. Александр Дементьев, объединение «Детский остров». Удивительное стихотворение Эдвард Лир. Наталья Дашьян, замечательное объединение детских.